под зеленым дубом, под широким лицом. Добрый день, веселый час. Здравствуй, Ульяна Кирилловна. Шлю горячий привет. Здравствуй, дочки Нина и Римма. Крепко я вас целую. Растите счастливо. Папа приедет зимой к вам. Послал вам денег 130 рублей. От вас получил за 8 месяцев только одно письмо. А я живу хорошо. Нас кормят хорошо и одевают хорошо. Шелковый парашют носим. Военное дело сдал на хорошо и отлично. Я вам посылаю карточку. Мы ходили в поход 5 дней. Варили сами хороший десантский обед. А я теперь в воздухе, и на воде, и на земле могу воевать с врагом. Писать больше нечего. Пока, до свидания. Ульяна, передавай привет всем знакомым. Десантник Павел Алексеевич. С 5 февраля 1942 года с верой в близкую победу написал это письмо своим родным Волов Павел Алексеевич. Он ушел на фронт в 1941 году, прошел курсы десантников и, как сам пишет жене и дочкам, может воевать с врагом и в воздухе, и в воде, и на земле. Не суждено было десантнику Волову вновь увидеться со своей семьей. Он пропал без вести в 1942 году, а письмо и карточка, отправленные им в далеком 1942, до сих пор бережно хранится в семейном архиве.